На старте бабушки и дедушки. Физкультурно-спортивный праздник, посвященный введению норм ГТО, впервые прошел в регионе. Участников соревнований приветствовали чемпионы СССР и России по ГТО и юные спортсмены по самбо, гимнастике, дзюдо. Там курсантов вдохновляли народными песнями. Ну а после начались состязания. В программу соревнований вошли бег на 100 метров, прыжок в длину с места, приседания, подтягивания, прыжки на скакалке, подъем 16 килограммов. Рязанская область одна из первых вот именно откликнулась на это и провела вот первые соревнования как раз среди старшего поколения, потому что старшее поколение, конечно, надо поддерживать, чтобы у старшего поколения продлился этот физиологический возраст, который помогает им созидать, трудиться, любить, выращивать внуков и быть здоровыми, сохранять, конечно, вот этот цвет нации.